такой из планки движения? Да. Всем привет! Привет! Вы на канале «Сестрицы в теле», и мы худеем вместе. Меня зовут Кристина. Меня зовут Света. Мы живем в городе Ейске на Азовском море, и мне 40 лет. Да, и кто хочет худеть, худейте с нами. Я пришла на завтрак к Светлане. Я буду кушать 3 сырничка и пить кофе. Да, у меня будет яйцо, мандаринка и яблоко. А последующие наши тарелочки обеда и ужина мы тоже ставим попозже. У нас, как всегда, пришли вопросики. Мы будем кушать. У нас небольшой мукбанг и ответы на вопросики. Натуля задает. Прямо у нее так книга называется. Добрый день. Смотреть ваш канал стало недавно. И расскажите, пожалуйста, ваш распорядок дня. Как вы все успеваете? Дом, семья. И еще спрашивала у Кристины за сон и узнала, что спит она 5-6 часов. Это немало для активной жизни? Нет. Это нормально. Тебе хватает? Да. Я бы, если бы мне не хватало, я бы спала бы дольше. Мне бы в жизни не хватило. Нет, я 8 часов сплю, чтобы не хватило. Это голова болит. Я так сплю от рождения. Я в детстве, не в детском саду не спала никогда. Мне привязывали к стульчику. И пугали. Тогда скотча не было. Мне пугали шприцами большими, чтобы я спать легла. Какие раньше были воспитательные, да, процессы. Они меня заводили к медсестре, показывали большой шприц. Я на 5 минут как будто бы притворялась, что я сплю, а потом я опять всех будила. Нет, я никогда не спала ни в обед. Я поздно всегда засыпаю, рано встаю. Это так от природы у меня. Понятно. Это я могу днем уснуть, только если я 3 дня не спала, и потом могу днем на пару часиков вырубиться. Так что мы все успеваем. Про нас тут обеих спросили, девочки. Да, мы все успеваем, только я сплю 8 часов. Ну да. Ну, это тоже неправда. Она тоже, когда и бывает, и 5 часов сплю. Ну, это не по желанию. Да, это экстренно. Чтобы напитаться энергией, это мне надо 8 часов. Ну да. 5 часов я как разбитая корыта. А тогда она немного становится зла и на меня кричит постоянно. Вот это вот начинает давка в голове, конечно. Я бы не соображаю вообще, что делать. И она мне начинает говорить, почему ты так там что-то трындишь, да? Следующий вопросик. Светлана Пономарева задает. Привет, мои любимки. Сейчас масленица, а блинами не баловались? Ты не готовила блинчики? А мы сейчас рассказывали уже. Ну вот опять вот задались вопросик. А ты еще жарила? Нет, я вот тогда один раз пожарила, но муж сказал, что на работе мальчикам понравилось, чтобы я опять блины сделала с мясом. Ну, это я точки жарю, и все, а так я не жарю. У меня такое искушение жарить. Я говорю, Андрюша, ты опять издеваешься надо мной. Я их пока буду жарить, у меня будут слюнки течь. Ну, придется, наверное, пожарить, расспросит, да? Как бы и без масленицы их жарила, когда она захочет. Вижу, что хочет. Жарю все. Ну, да. Следующий вопросик. Светлана и Кристина, вы постройнели, милашки, сегодня делала обмерки минус 2 сантиметра, а при этом вес остался прежним. Не знаю, с чем это связано, ответ не нашла. А вы думаете, с чем это связано? Ну, минус 2 сантиметра, это очень хорошо. Главное, что уж объемы уменьшаются. Либо мышцы подкачались, либо отек в мышцах, если перестарались, никогда не делали зарядку, а потом начали. Либо, скорее всего, худеете, просто сало перерастает в мышцы. Да, в мышцы жирочек топится. Сало. Простите. Жирочек. Ну, тут как раз другая девушка подсказывает. Это хорошо. Говорят, что в этом случае как раз уходит жирок. Ну, да. Девочки, а можно вам задать личный вопрос? Ирина задает вопросик. Вы с семьями дружите? Общаются ли ваши мужья друг с другом? Ну, да, общаются, когда в гости друг друга приходят. Но они не друзья с детства. Просто каждого свои друзья. Не как мы прилипли друг к другу. Нет, просто обычно, как все знакомые. Мы-то с детства вместе, поэтому мы дружим еще всю жизнь. А им-то приходится между собой общаться. Они не выбирали друг друга.
Так, следующий вопросик. Вот наподобие сейчас пойдут несколько вопросов. Марина задает. И хочу еще спросить, если какие-то стрессы, психи, нервы, как вы справляетесь? Ну, в плане, не срываетесь ли на еду? И вот тут опять такие же вопросы. Вроде бы начну неделю, занимаюсь, худею, а после 18 не ем, а потом срываюсь. Натуля задает. Вот все наподобие вопроса. Ну вот насчет срывов после 6, тогда лучше кушать до 6, ну в смысле не ограничивать себя прям сильно-сильно. А то весь день голодный, а потом после 6, конечно, сорветесь. Хоть кто сорвется, любой человек. Еще если ешь в 3 раза больше, чем ты бы днем по чуть-чуть бы ел. Ну да. И вот тут тоже девушка написала совет. Ну это мы так знали всегда. Мы и маме наши советовали. Она как-то тоже говорила, чтобы такое съесть, чтобы было не вредное. Она вначале ела мандаринки, мы уже об этом рассказывали. А потом Света вот обложка постоянно смотрит. И совет обложка. Да, и он как раз посоветовал скушать. Яйцо вареное. Не яйцо, а чисто только белок. Желток убавит, там очень много калорий, он говорит, 300 что ли. А в белке там совсем мало. Там во всем яйце 100 килокалорий максимум. Ну, короче, не знаю, он говорит, ешьте только белок. От 2 яиц можно вот эти 2 белка съесть перед сном. Ну, и тогда у вас отвесы будут. И у нее все равно отвесы. Так что лучше яйцо съесть, потому что если вы будете какие-то фрукты есть, вы еще больше кушать захотите. А от фруктов, он говорит, будет плюс. На следующий день будет плюс. И еще девчоночка спрашивает. Девочки, красотки, отлично выглядите. Скажите, пожалуйста, худею, занимаюсь спортом. Вес стоит на одном месте целую неделю. Что делать и как быть? У нас прям про похудение все вопросы вот в последнее время задают. Ну, ждать. Ждать. А продолжать. Вы давно занимаетесь? Ну-ка, еще раз. Давно занимаетесь? Да, да. Девочки, красотка, отлично, скажите. Худею, занимаюсь спортом. Вес стоит на одном месте целую неделю. Ну, может, посчитать калории, пересмотреть. Если давно прям занимаетесь, ну, надо смотреть более глубже, так? Ну да, может быть, может вы уже пришли даже к своему идеальному весу. Да. А вам все равно что-то как бы не нравится. Либо еще тут такое, как плата, да, тоже говорят. Что, может, худели-худели, были отвесы, а сейчас просто плата наступила. А может, просто у вас калорий много на этой неделе. Надо пересмотреть все. Да. Вы же знаете калорийные продукты. Может, вам уже продукты? Много этих калорий. Может, еще уменьшать надо. Посмотрите, не едите ли вы много сухофруктов, орешков. Они им очень много калорий добавляют. Угу. И вы считать нормально калорийность вашу. И, может быть, даже... Вот кому-то 1200 уже даже много килокалорий, а кому-то это мало. Кому-то это очень мало. Угу. Это все индивидуально, конечно. Это надо под каждого человека подсчитывать, смотреть, что кушает, каким спортом занимается, сколько лет, какого роста. Ну, все-все-все. Да, все. Какой метаболизм, да. Сколько вы там до этого худели на диетах. Следующий вопрос задает Ольга. Дальневосточный приветик, девчонки. Привет, привет. Вы нам всегда вопросики задаете, каждый день комментарии. Вы умнички, столько от вас позитива, заряда на весь день. У нас с вами разница во времени небольшая. И недавно утром я не обнаружила вашего нового видео. Ну, был у нас один денек. И не обнаружила нового видео. Меня это очень сильно выбило из колеи. Хорошо, можно посмотреть ваши старые видео. Вы уже нас не бросайте, не теряйте, пожалуйста, надолго, не теряйтесь надолго. Вы знаете, мы хотим вам ответить, мы никуда не потерялись. Это один день у нас была такая заводочка небольшая. Мы будем, как всегда, выкладывать каждый день видео, так что вы не переживайте. Мы никуда не денемся. Спасибо, что нас смотрите. Вы нас очень поддерживаете и стимулируете. Я даже думаю, что благодаря вам мы так хорошо похудели, потому что мы бы все равно бы ослабились как-то. Периодически бы бросали. Потом друг другу бы опять подпинали бы, опять начали, потом опять бы ослабились. А так перед вами уже неудобно. Так что вы же верите в нас, и приходится нам, в общем, худеть. Еще один вопросик последний нам задали. Как вы боретесь с перекусами?
перекусываем. Ну, мы считаем, что перекусывать можно и нужно, чтобы не соваться, чтобы не хотеть постоянно есть. Ну, только не каждые 15 минут, а вот... Нет, два раза. Два перекуса только делать. Между завтраком и обедом, и между обедом и ужином. Мы так и поняли, что вы имели в виду там кусочничать, да, подходить, подъедаться, а, да, наверное. Может, это? Да, я это уже так подумала. А вот если будет перекус, тогда как-то легко не кусочничать, правильно? Да, да, тогда не будешь ходить печеньки там подкушкивать. Это. Еще лучше на следующий день заранее продумать, что вы будете кушать на завтрак, обед и ужин. Так будет легче бороться с желанием покусочничать. Да, да, да. А сейчас мы будем делать зарядку. А потом Света хотела примерить какие-то свои вещи. А, платьишки, да. Блазит она в них или нет? Сейчас все покажу. В обед мы со Светланой едим по 2 ложки вареного риса, по 2 крылышка куриного и немного овощей и зелени. В 6 часов вечера мы ужинаем творогом 5%, по половине пачки, по 90 грамм. И еще вдобавок я буду есть 1 яйцо, Света будет банан. И все это мы посыпали черносливом. Девчоночки, решила померить свою юбочку. Вот мы с Кристей 3 месяца назад еще в кондитерскую ходили с Януськой. Ну, мы же теперь в кондитерскую не ходим. Смотрите, как я довольна. Это вообще жесть. Надо же. А ты говоришь, попа не худеет у тебя. Она вообще у меня была впритык. Попа у тебя очень похудела хорошо. Клёво вообще. Не, я думала, у меня попа не худеет, правда. Ну, я же тебе говорю, мне со стороны-то видно. Я ж кофточки купила 2 новых. Думала, юбку там какую-то свою возьму из старых. Ну вот, юбки уже тоже надо покупать новые. Да, юбки надо новые тоже. Одна у меня резинка синяя. Надо, кстати, тоже померить. Но давай. Она точно так же слетает. Давай померим ее. Да. А вот эта темная синяя юбочка, она резинка, она тянется.
И поэтому я думала, я вот кофточки купила, и с этой юбкой, резинкой она будет отлично. Ну, померила и поняла, что даже резинка уже не подходит. Вот, видите, она все равно большая. Ну да. Вот, уши вот эти. Ой, а уши уходят. Теперь тебе можно юбку такую длинную не покупать. Нет, я люблю длинные, мне нравится, когда колено закрыто. Ну, чтобы оно по фигуре было. А не конечно, вот, в обтяжку, а тут, да. Очень. Сейчас померю мое красное платье, в которое я все-таки хочу влезть. Я в него уже влезла, но он... Сейчас покажу. Вот я влезла в платье. В свое. Конечно, еще там надо 5 кг скинуть, потому что я... Еле его застегнула, и сесть я в нем не могу на стул, оно разойдется сразу же. Еще грудь у меня увеличилась, ну, я же ребенка родила, кормила, поэтому, ну, уже я в него хоть влезла, и оно даже застегнулось. А раньше оно только на ноги у тебя налазило? До бедер только. Ну да, мы в каком-то видео уже показывали, что оно было маленькое очень. Еще 5 кг и могу такие вещи себе покупать. Да я же люблю такую длину, я себе не покупаю. Мне нравится по колено. Ну, зато я могу хоть что-то приталенное уже носить. Вот мои измеряющие джинсы, которые я носила в 20 лет. Я их выкладывала в мотивирующем видео предновогоднем. В эти джинсы я тогда влазила, не могла влезть, они у меня натягивались только до колен. Вот. Сейчас я в них вхожу, но еще, видите, не застегиваются. Но уже я хотя бы могу их натянуть на себя. Это уже очень радует. Минус 5 килограмм, и уже будет можно будет носить такую же одежду, что в 20 лет. Тебе можно уже на байк. И что еще хотела сказать? Почему джинсы? Даже сантиметровка не измеряет так, как джинсы. Они же не растягиваются. И поэтому я их так не выбрасывала. Думаю, пусть будут, чисто чтобы измерять себя. Как...